Всем привет! Тенденция последнего времени – это стены под окраску. И сейчас я вам хочу рассказать немного о технологии окраски стен аппаратом безвоздушного нанесения. Итак, мы с вами на объекте, где как раз производим работы по окраске стен. В качестве подготовки здесь у нас ремонтный флизелин, мы его не шпаклевали. Вместе с краской мы приобрели праймер грунт или краска грунт, который наносится перед краской для того, чтобы выровнять впитываемость стены и создать необходимую подложку. Желательно этот грунт заколеровать в цвет краски. Наносим первым слоем грунт, затем зашлифовываем поверхность для того, чтобы сбить ворс от флизелина. В процессе работы используем малярную лампу, лампа Лосева называется, так как она показывает все, даже самые малейшие погрешности по поверхности, вот, которые не видно при обычном свете. После того, как мы зашлифовали поверхность, наносим первый слой краски. Также с помощью малярной лампы проходим, смотрим, есть ли у нас какие-то дефекты, может быть, где-то остался ворс, мы его также дочищаем. И для того, чтобы добиться прям офигенного результата, нужно наносить два слоя краски. Вот на этом объекте мы именно так и сделали. Поверхность у нас получилась максимально гладкой, структура мягкой. Ворса на флизелине мы уже не видим. Поэтому, если хотите получить качественный результат, следуйте нашим советам.